Здравствуйте! В прошлом видео мы с вами поговорили о рино- и септопластике, об особенностях этих операций. Как я и обещала, сегодня я вам расскажу о странах и о хирургах, у которых лучше всего проводить эти процедуры. Меня зовут Ирина Стоянова, я врач-координатор Международного центра поддержки пациентов в Букине. Самыми распространенными странами для проведения процедуры рино- и септопластики являются Турция, Корея, Германия и Израиль. Сейчас я вам расскажу подробнее об особенностях проведения операции в этих странах. Турция на сегодняшний день является самым топовым направлением, потому что соотношение цена и качество в этой стране являются самыми оправданными. Мы рекомендуем пациентам проводить процедуры в двух местах. Первое – это клиника эстетика. Клиника эстетика является одной из ведущих клиник по эстетической медицине и по пластической хирургии в Турции. Она находится в центре Стамбула. И в этой клинике интересно то, что они приглашают очень много известных хирургов. Вторым вариантом является частная практика доктора Чарисаде. Это очень известный врач в Турции. Он оперирует всю турецкую элиту, и стаж его работы больше 20 лет. Следующей страной, в которую предпочитают ездить наши пациенты, является Корея. В Корее есть своя особенность. У них есть клиника пластической хирургии, исключительно пластической хирургии, клиника называется JK. Особенностью клиники JK является то, что в этой клинике проводят срез успешности хирурга. Вы можете быть уверенным, что тот врач, который делает вам ринопластику, является лучшим в своей сфере среди коллег. Если мы говорим о Германии, то лучшим выбором для проведения пластической операции в Германии является клиника Dermatologico. Особенностью этой клиники является то, что ее основали 4 профессора-дерматолога. Эта клиника является самой профильной. В ней проводят как пластические операции, так и процедуры эстетической медицины. В Израиле самым сильным центром для проведения пластической операции является отделение пластической хирургии Международного центра имени Сураски. Особенность этого центра в том, что здесь вы найдете самые новые методики. Реконструктивная хирургия, восстановительная хирургия, особенности работы с костями, мышцами и связками. Если есть какая-то сложная особенность, если есть какая-то патология, то мы обращаемся именно сюда. Чтобы получить бесплатную консультацию, оставляйте обращение на нашем сайте. Мы обязательно вам поможем и получим второе мнение от ведущего специалиста.